Привет, друзья! Рада приветствовать вас всех на нашем семейном канале. Сегодня у нас снова рубрика, так сказать, простяцкое быстрое приготовление из простых ингредиентов. Еда, ужин, а сегодня в меню у нас жареная картошка с салом и с луком. Что может быть еще проще? Кто не любит кушать жареную картошечку с салом? Мне кажется, это любят все. Ну, разве кто сидит, может быть, на правильном питании, и то они скрывают, что они все равно любят картошечку на сале. Ну, скажем так, да? Для этого нам понадобится картофель, сало, я его уже порезала такими не мелкими, такими вот средними кусочками, и одна большая луковица. Сковородка у меня уже разогревается. Растительное масло я не буду использовать, так как сало выделит свой жир. Вот на этом жире мы и будем жарить. Первым делом нарезаем лук. Я его режу, ну у меня луковица большая, можно полукольцами, но я вот так вот напополам. И вот такими вот полукольцами нарезаю лучок. Чем больше лука, тем вкуснее. Ну, разве что, может быть, кто-то не любит жареный лук. Мне нравится в картошке жареный лучок. Нарезаем. Готово. Отправляем. Освобождаем досточкой в нее. Так. И теперь нарезаем картошку. Картошка у меня такая, видите, гигантская картошка. Можно полукольцами, кто как любит. Я нарежу соломкой. Нарезаю сначала вот такие вот кружочки, а потом из них мы будем делать соломочку. И вот таким вот образом нарезаю картошку. Получается вот такая вот соломка. Вот и все. Раз, два, и готово. Все ингредиенты подготовлены. Теперь на разогретую сковороду отправляем наше сало и обжариваем. Итак, сало обжарилось, теперь отправляем картошечку прямо вот так вот сверху. Картофан пошел. И теперь все это перемешиваем. Перемешали, и первые 2 минуты мы не трогаем, чтобы внизу сразу картошечка поджарилась. То есть очень часто мы не перемешиваем. Вот такая красота пахнет. Теперь начинаем перемешивать. То есть мы теперь примерно перемешиваем через каждые 3 минуты. После того, как картошка обжарилась до полуготовности, мы добавляем наш сочный лук. Прям вот так вот я руками его разделяю. Вот таким вот образом пошел лучок. Вкуснятина. Кто-то соль, перец добавляет в конце. Я именно добавляю вот так вот на лук. Чуть-чуть, чтобы лучок просолился. То есть пол порции соли, которая у нас уйдет на картошку, я добавляю сразу на лук, чтобы все это лучше пропиталось. Приправу для картофеля это по желанию. У меня обычная для картошки приправа. Посыпаю. Вот так вот. И добавляю тоже по желанию черный перчик. Немного. И начинаем все перемешивать. Осталось совсем чуть-чуть, и скоро наша картошка такая вкусная будет готова. Пахнет неимоверно. Итак, снова выждали 3 минуты буквально. Теперь можно оставшуюся соль, картошку подсолить. Вот так будет достаточно. И еще немного приправы для картофеля добавлю. Мне она нравится, фирма Авокадо. Очень классная приправа. И перемешиваем. Еще буквально 5 минут, и картошка готова. Вот и все, друзья, вкусная жареная картошка готова, получилась очень аппетитная, сытная и вкусная. Кому тоже нравится жареная картошка с салом, ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал. Всем приятного аппетита, пока-пока! Love you.